Всем привет, я сейчас нахожусь у папы, вот, я тут целую неделю буду жить, поэтому я не знаю, когда будут видео выходить. И вот вы спросите, почему я так хожу? Ну, потому что я вчера на занятиях палец себе подвернула, и мне приходится с ним ходить в школу. Почему я хожу в школу, спросите вы у меня, с больным пальцем? Я сама не знаю, мне сказали идти. Сейчас я вам попробую показать свой больной палец. Я не знаю, видно ли вам что-нибудь, потому что мне сейчас неудобно. Но у меня болит указательный палец. Он сильно распух, и я надела сетку. Вот. Я еще сделала йодовую сетку, так что мне очень больно ходить. Я не знаю, как я еще по сугробам пойду, потому что у нас погода ужасная. Там слякоть повсюду и лужи. Вот такая вот у нас ужасная погода. Я не знаю, почему тут так все. Ну, потому что весна, ну, типа этого, вот. Мне реально сейчас больно ходить. Мне еще придется пойти на завод, чтобы забрать документы, отнести в школу и потом хромать идти в школу. Я правда не знаю, как это все получится. Вот. Но это ведь такое короткое, одна минута всего лишь. Ну, а с вами бы... Короче, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики свои вверх. Подписывайтесь на мой контакт, одноклассники, инстаграм. Всем пока!